Друзья мои, всем привет! Я сегодня в паспорту. Сегодня в моих владениях ключи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять квартир. Но главное, нас интересует одна. 2+1 на 8-м этаже в новом доме, который сдался буквально в этом году. Совсем буквально, по-моему, месяц назад. И он уже жилой. И он уже точно будет чей-то из вас. Так что приготовились и полетели! Ну что ж, друзья, ловите уникальное предложение 2+1 в популярном районе Мерсина Тамюк. В 103 квадратных метров. Это вам нормально. Хорошее жилье, очень даже неплохо. Итак, давайте про комплекс буквально несколько слов. Состоит из одного блока в 300 метрах от моря. Строительные материалы и отделка квартир от премиум-застройщика. Квартира представлена, так сказать, в базовой комплектации и представляет собой кухонный гарнитур современного дизайна. В прихожей у нас встроен шкаф, ванная комната полностью укомплектована качественной сантехникой и мебелью. Есть и кладовая, она же гардеробная, и стальная, хорошая, прочная дверь. Теперь давайте про район Тамюк. Активно развиваются, строятся дороги, есть благоустроенная набережная с песчаными пляжами, хорошее транспортное сообщение со всеми районами Мерсина. Еще раз, срок сдачи объекта был в июне 2022 года, поэтому дом новый, как говорится, ждет своих хозяев. Так что, если заинтересовались этим объектом, давайте-ка звоните к нам, приезжайте, бронируйте, смотрите. И все, да. Теперь про инфраструктуру. Открытый бассейн с детской секцией, аквапарк, турецкий хамам, спортзал, ресепшн 7/24, беседки, зона для барбекю, открытая парковка, электрогенератор, видеонаблюдение, охрана 7/24 и благоустроенная территория комплекса. Так, ну что, вот мы на 8-м этаже. Боже, какой коридор, мне нравится. Прям размах чувствуется. Значит, 90. Угу. Значит, поэкспериментируем. Прям специально не будем заглядывать. Итак, друзья мои. А, нет, я думал там. Пара-па-па-па-па-пау. Заходите, пожалуйста. Милости просим. Итак. Ключики заберем. Квартира у нас большая. Надежная, судя по хлопку двери, бронеустойчивая. Значит, 2+1, 103 квадратных метра, 8 этаж, видовая квартира на море. Я уже вижу, что ее видно, морешко. Ну что, давайте начнем прямо с самого начала. Коридор. Свет нет, да, к сожалению, но ничего страшного. Значит, коридорная зона мне нравится. Я люблю, когда есть в квартирах коридоры. Я люблю, когда есть пространство, когда есть шкафчики, куда положить, там, не знаю, одежду, обувь поставить, не знаю, сбросить все лишнее, что вам мешало на улице, и пройти уже в свои опочивальни. О, Кока-Кола. Итак, ну и сразу ты попадаешь, собственно говоря, на распутье. Там пойдешь, там спальни найдешь, сюда пойдешь, здесь гостиную найдешь. Значит, гостиная, друзья мои. Ну, нормально. Не сильно большая, не сильно маленькая. Хорошая большая кухонная зона и гостиная. Ну, для того, чтобы было комфортно, хорошо и, как говорится, встречать гостей, смотреть телевизор и наслаждаться природой под названием Средиземное море. Конечно же, есть выход отдельный на террасу с видом на практически на многие стороны. И там есть классная зелень. Пространства много. И здесь прямо на территорию комплекса выходит. Ну и, естественно, главная достопримечательность — это даже несмотря на вот эти вот застроенные вот высотки, видно, проблескивает Средиземное море, в котором, конечно, будешь наслаждаться. Даже вот если вот такая вот щелочка будет, все равно говорить, а я, у меня вид на море. Пространство достаточно, ну, приличное, нормально, можно поставить спокойно и обеденный столик какой-то, да, и какой-то пуфик, диванчик, креслице, светлокачалочку такую. Вообще классно, хорошо. Так, идем дальше. Ну, естественно, много пространства, много света естественного, потому что это всегда хочется, потому что не хочется тратить никакую электроэнергию, не хочется вообще это включать, потому что, вон, классно, классно, свежий свет. Так, ну и здесь. Санузел приличных размеров, нормальный, очень красивенький, стильненький, видите, плиточкой выложен, все хорошо, приятненько, все новенькое, естественно, даже вот полиэтиленочки, даже вот люди, которые купили, они говорят, мы не будем снимать, будут снимать те люди, которые здесь будут жить, душу вкладывать. Строители вложили душу, а вы будете ее прям вот доукомплектовывать. Значит, комната. Комната у нас
спальная, наверное, скорее всего, детская, потому что не имеет огромных размеров. Но опять же, так как комната пустая и светлая, и, соответственно, не заставленная, то кажется, что вроде маленькая. Ну, знаю о том, что все-таки как бы там ни было, да, 103 квадратных метра, они все-таки здесь есть. Кровать встанет, все, и получится заместиться пространство, будет все удобно, хорошо. На полу ламинат во всех спальных комнатах, даже в гостиной и кухонной зоне тоже ламинат. Естественно, коридор, санузлы, у нас плиточка. Так, ну а это уже, естественно, спальная комната, хозяйская, барская, так сказать. Когда уже и побольше места, естественно, отдельный санузел с гардеробной, хочу обратить внимание. Вообще, последнее время тренд стал на гардеробную, хоть чуть-чуть, но есть. Все-таки не шкафы, а именно вот какое-то открытое пространство. А, не, она большая, слушайте, классно. Я почему-то думал, что она совсем тут заканчивается. Нет, она прям прилично большая. Очень классно, когда это есть. И, соответственно, это огромный плюс. Ну и, естественно, большой просторный санузел для вот личного пользования вообще класс. И самое, ну не самое, а одно из самых приятных, это, конечно, панорамное окно, через которое можно попасть на собственный небольшой, но все-таки балкончик, откуда также открывается, как из большой комнаты, вид на собственную территорию комплекса, на море и вот на сады. Я думаю, что эти сады на самом деле не скоро снесутся, выковырчутся. Ну, как-то так, в общем, да, поправьте, если что. В общем, их под корень, что называется. Ну и как у всех по традиции в Мерсине, есть вывод под стиральную машинку, чтобы она там в конце концов в доме не загромождала пространство. Ну что, вот как-то так. А, ну и конечно, по традиции выведены у нас специальные штуки, специальные шланги, специальные, не знаю, как это назвать правильно? Как? Патрубки. Для, естественно, для радиаторов, для того, чтобы тепло, комфортно, газ подключен, все есть. Вам ничего не страшно. Ну вот так. Вот такая вот квартира. Хорошая, качественная и интересная. Кому-то однозначно из вас приглянется. А уж кому, не знаю. Решайте сами. Если вдруг не понравился вам этот вариант, то, конечно, напишите нам, позвоните нам, приедьте к нам. И либо в Мерсин, либо в Аланию. И мы с удовольствием вам подберем тот самый вариант, который вам подойдет. О, кстати, сейчас обратил внимание, смотрите, как интересненько сделан у нас потолок. Вот таких мелочей на самом деле огромное количество, и когда ты начинаешь разбираться, и ты понимаешь о том, что вот, например, вот эти вот рейки, да, они в цвет, например, вот со всем фасадом кухонным, а с фасадом шкафчиков. В общем, круто на самом деле. Естественно, не хватает техники, которую встроится сюда. И все, и будете поживать, и получать удовольствие. Так что знайте о том, что такой вариант есть. Он хороший, проверенный и, главное, новый. И вот с таким прекрасным видом на море. 300 метров, и вы на Средиземном море. Все, друзья мои, помните о том, что забота – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся, пока. 98 тысяч евро.